Всего лишь 959 монеток у нас остается, кредитов остается для прокачки тачек. Вот. Деньги просто улетают на глазах. Вот. Кстати, ребята, всех приветствую, вы на канале GameMaker STV, меня зовут Марк, и Assault 9, конечно же, тест-драйв мы с вами продолжаем делать. И сегодня у нас Jaguar F-Type, да, W-Type, F-Type SVR. Наверное, я правильно назвал, если неправильно, то подправьте меня в комментариях. Так, плюс 7872 хпшки мы с вами получаем, вот, гаража, и поехали. Ну, мне кажется, блин, зул такой прикольный, Ягуара. Неплохо, неплохо. Такой вот красавчик, ребята. Давайте сразу чупонькаем. И всего 4 звезды надо собрать, чтобы прокачать максимально. И поехали. Сколько же тут будет стоить прокачка? Давайте все быстро мы с вами сделаем. 11 тысяч, максимальная прокачка, окей. Это значит, что у нас еще бабосиков тут будет достаточно. Мы еще, наверное, успеем открыть все тачки. Посмотрим. Так. 11 тысяч. Ага. Все. Короче, 1599 рангов из 1645 на первой звезде. Вот. И так. Все-таки, давайте-ка я, знаете, что уточню для себя. Я же уже об этом говорил, конечно. Я же могу ошибаться, ребята. Вот смотрите, топ спид, то есть 324. Это не максимальная же скорость. 324, давайте запомним. То есть ускорение, это максимальная скорость. Ускорение 67, что это такое? Нита 37. То есть это просто, наверное, показатели. Все. Эти показатели ничего абсолютно не значат. Так. Да, это всего лишь-то обычные показатели мощности автомобиля. Никаким образом не вымерять ни лошадиную силу, ни максимальную скорость, ни ускорение. Вот, и Jaguar F-Type SVR. Нифига себе, для того, чтобы открыть вторую звезду, нам всего лишь 12 чертежей нужно. Не так уж и много на самом деле. Так, расстояние 90. Гималайи. Гималайи. И пока что у нас идет загрузка, ребята. Конечно же, мы подписываемся на канал, лайки ставим. И, блин, вот тут, конечно же, просто красота, ребята. Такие крутые тачки. Звук. Звук почти что беззвучный. Беззвучный звук. Как мне этот автология нравится, а? И 312 было точно. Сейчас надо будет попробовать. Блин, мне нравится эта тачка. Неплохо. Воу-воу-воу-воу-воу. Полетаем. Тихо. 270. Ах, не успел, мать твою. Окей, давайте без пульса попробуем вымерить. Все-таки, мне кажется, у нас должно получиться. Максимальную скорость вымеряем. Блин, просто нитро вылетает, ребята, на самом деле. Так, держит скорость, нормально. В поворот хорошо заезжает. О, ускоримся. 338 максимальная скорость на асфальте. Теперь в воздухе надо будет проверить. Так, о, вот это у нас как раз таки шанс, наверное. И 400 точно у нас было. Во-во-во, полегче. 400 у нас максимальная скорость точно было. Так, 84. Может быть, у нас еще будет шанс проверить максимальную скорость. Возможно. А может быть, и не будет. Нет, все-таки уже не будет. И 338 у нас максимальная скорость на земле. Вот. И следующий режим — рукожопа. Конечно же, как уж без этого режима. Давайте-ка все-таки другую карту возьмем мы сами. Так, 11-ю пускай будет. Каир. И Ягуарчик наш. Отключаем тач-драйв. И поехали. Тач-драйв просто, не знаю, режим такой для, ну, чтобы покайфовать. Поездить, посмотреть карту, на машины посмотреть.
а не быть постоянно напряги. Ох, засевал, ребята. Так, поехали. Режим рука-попа. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, что же ты делаешь со мной? Так. Так. Туда не надо заезжать. Там ничего хорошего нет. Так, первый. Иди сюда. Сейчас я тебя заберу. Так, вот этот косой трамплин, он тупейший. Давайте вот на это хотя бы попробуем заехать. И... Ой, мать твою, блин. Чуть экран не продавил. Я еду четвертым. Это очень плохо, на самом деле. Это просто какое-то лузерство. Сейчас я его доденю. Иди сюда. Он баллон даже не забрал, а? Как уж так? Иди сюда. Так. Держись, детка, держись. Да блин! Сраные кнопки. Зачем так близко их делать, а? Так. Все, окей. Хотя бы первым приехали. Хотя тут что тут сложного-то? По рекомендациям мы тут вообще влетаем, наверное. Давайте-ка посмотрим. Так, рекомендация 1550. Да, у нас сколько нам? На, ну почти. 599. Окей, окей. Вот. Ну что? Класс Б, ребята. Jaguar F-Type SVR. Надеюсь, я все это время нормально, то есть правильно произносил. Вот. Такой вот тест-драйв, ребята. В следующей серии мы с вами экзотик откроем. Вот, то есть поднимем звезду. Экзотик Ritz. Какой экзотик? А нет, экзотик Ritz. Ritz. W70. Окей. Разберемся, короче. В следующей серии вот эта красная тачка будет. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Также жмите лайки, делайте репосты, пишите комментарии. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока-пока.